Привет, Ви. Мне нужна помощь. По голосу слышу, что случилось. Я бы не хотел говорить об этом по телефону. Надо встретиться. Окей, где и когда? Ночью, Глене. Сейчас вышлю Кардина. Сможешь? Постараюсь. Спасибо, Ви. До встречи. Клэр. Ви, готов к следующей гонке? Я на месте. Жду тебя. На твоей поедем? Или мне зверя пригнать? Если хочешь, давай в этот раз на звере. Не затем же ты на эту тачку лоск наводила, чтобы в гараже мариновать. Кто бы спорил. Ну что, встретимся там, на ранчо? Да, я скоро буду. Увидимся. Привет, Ви. Я сейчас осмотрю машину перед стартом, на всякий случай. Ты никуда не уходи, мало ли. Не боишься разбиться тут насмерть? А с чего бы именно сегодня? Да я не про сегодня. Я вообще. Не сегодня, так завтра. Рано или поздно. Ну, моя подруга на своей кухне погибла. Тостер коротнул с утра. Так что, как говорится, чему быть, того не миновать. Как думаешь, какие у нас шансы? Ну, главный наш соперник — это Луиджи. А с ним еще и Марко за стрелка. Ну, и? Эта баба обожает дырявить колеса. Но ты не забивай голову. Делай свое дело, а спецэффекты я возьму на себя. Извини, мне надо постучать по колесам, пока минутка есть. Давай. Thank you.
Покажите нам всем! Шестая улица всех нагнет! Заводите своих монстров! Но хочу пощекотать ноздри ароматом выхлопных газов! Пусть моторы ревут, что ваш кровь из ушей! Вот так, то, что надо! Ну, пошел отчет! 3, 2, 1! Вон чувак впереди, это Луиджи, жми за ним! Сейчас крутой поворот, закладывай! Попробует. Не останавливайся. Проедем немного дальше. Зачем это? Надо поговорить. Кое о чем важном. Окей. Давай вон там присядем ненадолго.
Красивый вид. Да. Мы с Дином любили сюда приезжать. Ты мне что-то хотела сказать? Я тебе говорила про Дина, моего мужа. Он был твоим пилотом, да? Добрее него никого не встречала. Мы дружили еще до моей процедуры. Он принес мне нарциссы в клинику. Сказал, с началом новой жизни. Долго вместе прожили? 12 лет. Дин смеялся, что на 15-ю годовщину наконец уговорит меня на первый имплант. Готовил какой-то сюрприз. А можно спросить, почему у тебя нет имплантов? Мне нравятся машины Ви, но превращаться в машину я не хочу. Это странно? Немножко. Но и такое бывает. Только Дин мог бы уговорить меня поставить импланты. Теперь мы уже не узнаем, удалось бы ему или нет. Слушай, Клэр, а почему ты вдруг сейчас про мужа заговорила? Год назад он погиб на гонках, в финале. Но это была непростая авария. Это как-то связано с нашей гонкой? Ну, отчасти. Короче, моего мужа убили. Его прикончил один корпоратский хлыщ. Питер Сэмпсон. Редкая сволочь. И что с ним за тема? Да неважно, для меня он всегда был таким же соперником, как прочие. А вот для Дина... Они знали друг друга очень давно. Дин и Сэмпсон. Что-то не поделили? Дин ничего мне не рассказывал. Но между ними действительно была какая-то вражда. Не соперничество на трассе, а личная ненависть. Дин бесился, когда Сэмпсон выигрывал. И что с ним за тема? Да неважно, для меня он всегда был таким же соперником, как прочие. А вот для Дина... Они знали друг друга очень давно. Дин и Сэмпсон. Что-то не поделили? Дин ничего мне не рассказывал. Но между... Не соперничество. Расскажи мне, как погиб твой муж. Мы только что вышли на финишную прямую. Сэмпсон уже мчался перед нами. Было ясно, что нам не выиграть. Дин стал сбрасывать скорость. И тут этот подлый ублюдок ударил по тормозам. Дин не справился с управлением. Но он ведь не нарушил никакие правила. Ты не понимаешь. Он был уже у самого финиша, он бы выиграл. Но он хотел убить Дина. То есть для тебя это не просто гонка. Ты идешь не за победой. Да. Плевать на победу и приз. Я хочу убить Сэмпсона. И это твой лучший план мести? Люди часто гибнут на трассе. В этом нет ничего необычного. Все по правилам. Никаких вопросов. Это же гонки. А что, если Сэмпсон вообще не будет участвовать в гонке? Он будет. Этот никогда не упустит случая повыделываться. Он чемпион прошлого года. Конечно же, он захочет повторить успех. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я помог его убить? Если придется сделать выбор, мне важнее убить Сэмпсона, чем занять первое место. Прости, что соврала тебе, Ви. Ну, раз тебе это так важно, я согласен. Давай уделаем эту сволочь. Спасибо тебе. Это очень важно. Правда, очень. Увидимся в финале? Да. До встречи, Ви. Бизнес. Не люблю слово «бизнес». Я называю это работой. Тяжелой и честной работой. Я не жалуюсь.
Слушай, а почему Эль-Капитан? Знак уважения. Люди мне благодарны, потому что я защищаю их интересы. Ха, вот это альтруизм. Корпорации – язва на теле мира. Власть должна принадлежать людям. И мы этого добьемся. Вот увидишь. Расскажи мне про Санто-Доминго. Многие пытались здесь зацепиться. Корпорации, банды. Ни у кого не вышло. В Аройе и на ранчо Коронадо живут серьезные ребята. Им лапшу на уши не навешаешь. Мы кровь этого города. У тебя есть минутка? Да, конечно. Только, боюсь, минутки не хватит. Можешь приехать в лагерь. У меня проблема. Уже еду. Ох, спасибо. Прямо камень с души. Только мне нужна инфа. Что у тебя за проблема? Знаешь, будет лучше, если... Погоди. Это из-за Сола. Насквозь меня видишь. Угу. До скорого. Что от меня требуется? Не по телефону. Приедешь к нам, я тебе все объясню. Без проблем. Помогу, чем смогу. Отлично. Мы тебя ждем. Помнишь, куда ехать? Конечно. До встречи. Передаю координаты транспорта, который пропал как раз где-то рядом с вами. Постараюсь найти и деактивировать.
Покажи классно. Храбрый мальчик, красивые девочки. С такими можно пойти хоть в бар, это разборка. Знаешь, я так был рад, что они нас позвали выпить. Слушай, может, нам вступить к ним? Ты пистолеты держать не умеешь. Куда тебе стрелять? Блин, тебе что надо? В смысле, что? На вечеринку пришел. Только по приглашениям. Для тех, у кого нутро звездно-полосатое. А ты уебовый. Ладно тебе. Я просто хотел развлечься. Покурить, пивка выпить. А мы что, тебя сюда приглашали, чучело? Чумба, ты чего такой напряженный? Проблемы? С женой посрался? А ты пошутить любишь, я смотрю. Но сейчас вместе посмеемся. Мы все тут любим пошутить, Уокер. Сегодня хороший день, хороший праздник, салют из всех орудий. Вот Ганнер огорчится, если кто-то это все испортит. Да понял я. Ладно. Вот так, Чумба. Пойди выпей чего-нибудь, отдохни. Обмой новый рекорд, в конце концов. У вас тут состязание какое-то? Ага. Кто самый меткий? Я хочу с вами. А вот хер тебе. Мы как раз заканчиваем. А что, слабо? Боитесь, что я вас уделаю? Да ты хоть знаешь, кто я, а? Я 3 раза на фронте был. 3. Ясно тебе, крыса гражданская. В десантуре служил. Тише, Уокер. Я же говорил, мы развлекаемся. А если тебе охота что-то доказать, вперед! Ха, вместе оттянемся! А какие правила? Смотри, это посложнее, чем в тире стрелять. Нужна твердая рука и крепкая голова. Это как? А так, что перед каждым выстрелом надо поднять стопку. За Ганнера, нового хозяина города. Звучит неплохо. Ладно, что еще мне нужно знать? Стрелять будешь на 4 точках. Палишь в рожу Холта, время ограничено. Кто больше мишени продырявил, тот и выиграл. Больше всех пока выбил Уокер. Аж 43 очка. Обойдешь его, получишь приз. Ударим Холту между глаз. Я так и понял, что ты любишь выделываться. Ну давай, покажи, что умеешь. Вот револьвер, стрелять будешь из него, иначе не считается. Меряемся мастерством, не пушками. Двигай к первой точке. Начнем по твоей команде. Не пуха. Давай уже! Пей! Да. 12 секунд! Пошел! Главное, не переступай черту, когда стреляешь. А то дисквалифицируем. Стоп! Время вышло! Следующая точка! Сначала водку, а потом стреляй в морду Холту. Это, я тебе говорю, ветер такой, жух, все мимо сносит. Это что у вас за спиртяга? Тебе не пофиг, стреляй, 12 секунд. По правилам стрелять запрещено, если за черту заступишь. Палец и скользнул. У тебя была попытка, Руди. Так нечестно. И стоп! Следующая точка. Thank you.
Сначала водку, а потом стреляй в морду Холту. Это, я тебе говорю, ветер такой. Жух, все мимо сносит. Это что у вас за спиртяга? Тебе не пофиг, стреляй, 12 секунд. По правилам стрелять запрещено, если за черту заступишь. Скользу. У тебя была попытка, Руби. Так нечестно. И стоп! Следующая точка. У тебя 12 секунд! Бегом, бегом, бегом! Вернись за черту! Мы тут за честные соревнования! Стоп, последняя точка! Соло, Валентинос! Давай еще! Бей! Сейчас... Сейчас, блин! А, че теплое-то? А какой ей быть в такую жарищу? Пали давай! 12 секунд! Не забывай про черту! Переступишь нее и все! Время вышло. Все, иди смотри результаты. Thank you.
Eres un putito. Ну чё, посмотрим? Четвёртое место из пяти! Ну ничего, зато Киблера уделал! Приз победителю и поздравления от Ганнера! А теперь пей до дна! Шестая улица! Шестая улица! Знай свое место, сволочь! Покажите, что...
сейчас ты огребешь! По дороге войны и огня! Как бизнес? Не жалуюсь. Народ в Найт-Сити скорее сэкономит на еде, чем на оружии. Ищу, какое оружие прикупить. Можешь больше не искать, у меня есть все.
закончили. Подожди, мы еще не закончили. Thank you.